Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, а вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня снова все на проекте Мотихули Плей. Это первый сервачок. Все ссылочки есть, как всегда, в описании под видео. Но для того, чтобы просто с кайфом начать играть, конечно же, вводите мой промокод, пишите /mm, симбой пункт промокод, указать друга ютубера и вводите промокод Кирилл Гейм капсом. За этот промокод вы получите 450 тысяч. Вам всего лишь нужно будет вкачать уровень. А быстро вкачать уровень можно с помощью квестов, которые вы можете пройти в начале игры на вокзале Батырева. Поэтому, пацаны, вводите промокод, качайте уровень и забирайте, в принципе, свой баб. Но в этом ролике я буду работать, получается, на новом карьере, то есть на новой шахте, и буду работать конкретно на КамАЗе, потому что это считается сейчас самая такая прибыльная работа, и там за одну ходку дают 30 тысяч рублей. То есть я реально хочу поработать часик, посмотреть, сколько мы сможем заработать. Работа реально стала имбовая, интересная, прибыльная. Я думаю, вам нужно это все посмотреть, и нам нужно это все проверить, сколько мы заработаем на час. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Надеюсь, то, что сегодня будет не так уж много людей, потому что я уже не первый раз пытаюсь записать данное видео. То есть реально бывает такое время, то что очень просто много людей. Даже сейчас, если посмотреть просто на мини-карту, ну это пиздец, пацаны. Людей просто очень много, пацаны. Очень просто много людей, которые просто ебашат на этой шахте, качают скилл, зарабатывают бабки. То есть, ну реально, работа просто очень-очень-очень популярная. То есть, скорее всего, мне сейчас придется графику выключать, потому что будет очень-очень жестко лагать. И вообще посмотрим, есть машины, самое интересное. Так, машину я вижу одну, а, две вижу машины. Это уже хорошо. Ну, видите, людей здесь работает, это пиздец просто. Ну, реально, работа, пацаны, максимально прибыльная, но это пиздец, пацаны. Я не знаю. То есть, здесь как бы и сложно, мне кажется, скилл качать. И заработать сложно, потому что, ну, много просто людей. Некоторые люди просто бегают, как бы, и все. Они ничем не заняты. Они просто бегают и ждут, пока обновится руда, получается, там, и так далее. Ну, а я сегодня хочу поработать именно на этом КамАЗе. То есть, это очень прибыльная темка. То есть, вы просто берете, загружаетесь, получается, рудой, везете ее наверх, и все. И вы за это получаете 30 тысяч рублей. Я считаю, то, что это очень круто, это очень выгодно, поэтому сейчас мы, в принципе, будем работать. Давайте я вам просто сначала наглядно покажу, как это все выглядит, и объясню, как это работает. Ну, а потом мы уже будем работать, как бы, часик, я думаю, и должны заработать неплохие деньги. Вот, мы просто, получается, вот сюда вот спускаемся, заезжаем. Вот сюда у нас идет загрузка. И, в принципе, все. И нам нужно будет просто поехать наверх. Но для того, чтобы там типа схитрить, можно будет просто телепортироваться. То есть, по сути, ну, работа максимально просто легкая. И вы, понимаете, за одну ходку просто получаете 30 тысяч. То есть, по сути, эта работа сейчас прибыльнее, чем дальнобойщики. То есть, у вас всегда есть работа, это во-первых. То есть, вам не нужно там за рейсы бороться и так далее. То есть, у вас всегда одна зарплата. То есть, за каждую ходку получаете одинаковую сумму денег. Получается, вот мы просто заезжаем наверх, доезжаем до, получается, выгрузки, и все. И мы за это сейчас получим просто 30 тысяч рублей, пацаны. 30 тысяч, понимаете? Ну, конечно, 15 скилл качать, ну, как бы, не так уж и сложно, не так уж и легко, но сама суть, пацаны. Просто 30-ка сейчас полетит, чекайте просто. Бах, просто 30 тысяч, пацаны. 30 тысяч просто буквально за 2 минуты. Я считаю то, что, ну, эта работа реально прибыльная, но, возможно, мне кажется, то, что ее пофиксят, потому что, ну, работа реально имбовая, понимаете? Короче, я не знаю, что за прикол, у меня просто, ну, я подъехал загрузиться, у меня... Ну все, короче, игра встала. Я не знаю, в чем вообще прикол, типа, ну, почему? У меня просто игра зависла, понимаете? Ну, не то, что зависла, а, я понял. Я вас понял, леди и джентльменс, я вас, короче, понял. Не, ну, что могу сказать, это сильно, пацаны. По итогу, короче, у меня еще несколько раз крашена игра. Я решил зайти со сборочки, уже попробовать поиграть. Потому что, ну, надо, пацаны, записать видос, вы сами понимаете. Я чувствую то, что это будет, наверное, сложный видос. Ебать, пуль какая-то ёбнутая. Так, давайте сейчас быстренько. Опа. А что, респамтачек, походу, был? Потому что здесь что-то машин вообще нету, как бы, моя единственная почти машина здесь стоит. Так, пошлите, я надеюсь, то, что не заняли, как бы, грузовики. Давайте заново будем засекать время. Короче, 55 минут, да? Засекаем, потому что, я не знаю, пацаны, может, из-за того, что я использую лайфхак, происходят такие баги, то, что у меня, как бы, идет загрузка, но ничего не происходит. Она, кстати, нормально так разгоняется потом, то есть, до 50, знаете, она такая вяленькая, потом она потихонечку начинает там разгоняться, там уже и 70, можно разогнаться и больше, то есть...
принципе, машинка такая нормальная, на ней можно более-менее еще поработать. Так, разворачиваемся аккуратненько и полетели просто наверх. То есть, по сути, сама по себе работа, ну, максимально простая, легкая, понятная. То есть, просто и заехал, загрузился и едешь по чекпоинтам. И все. То есть, для рыжика, мне кажется, это вообще идеальная работа. Ну что ж, дамы и господа, вот я поработал час на новой работе, это получается шахта, и заработал 365 тысяч рублей. То есть я считаю, то, что это очень неплохой результат, потому что, ну, я как бы работал час, были некоторые нюансы, которым я вам чуть позже расскажу, но в целом работа очень хорошая. Реально, большой респект просто разработчикам и руководству проекту, потому что шахта полностью поменялась как и внешне, как и по функционалу. То есть работа стала намного интереснее, намного прибыльнее, и вы сами видите то, что ажиотаж на эту работу очень большой. То есть рыжики реально здесь работают, качают скилл, работают потом, в принципе, на КАМАЗах. И реально на КАМАЗах очень хорошо работать, в принципе, потому что работа не сложная. Вы просто катаетесь туда-сюда, можете там музыку слушать, либо с друзьями общаться там и так далее. То есть работа вообще не сложная, и реально ты от нее не устаешь. То есть я сейчас поработал вообще спокойно, я мог бы еще 2 часа поработать. Реально работа очень легкая. Я считаю то, что самая большая проблема это в том, то, что здесь реально будет много других игроков, которые также ездят на КАМАЗах. И они просто тебя сносят по встречке. Реально очень жестко, потому что сама
сама дорога на этом карьере, она как бы не особо широкая. Да, есть какие-то там места, где можно нормально вдвоем проехать, но есть такие узкие места, и просто тебе встречка прилетает. Я пару рем как бы использовал. В принципе, ничего критичного, но, пацаны, вот эта табличка, которую видите у меня за спиной, реально она, пацаны, здесь решает, поэтому лучше реально притормозить и уступить дорогу, потому что если вы спускаетесь вниз и вам летит машина наверх, вас просто сносят нахрен, потому что у тех, кто едет наверх, почему-то какая-то странная коллизия, и они просто проезжают сквозь тебя и тащат тебя просто хрен знает куда. Поэтому, пацаны, мой вам совет: во-первых, покупайте ремки, во-вторых, лучше реально уступайте дорогу, потому что, ну, реально очень сильно сносят по встречке. Лучше реально остановитесь, прижмитесь как к заборчику, как вы можете, и пропустите встречную машину. Ну что ж, дамы и господа, по итогу я поработал час, как и обещал. Работа реально хорошая, но чтобы работать на КамАЗе, повторюсь, нужно вкачать 15 скилл на обычной работе. То есть просто киркой работать, там, качать скилл, зарабатывать там золото, руду и так далее. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все ссылочки есть в описании под видео. Заходите, играйте и просто кайфуйте, вводите мой промокод. Всем пока-пока.